Оказывается, ежедневная гимнастика продлит вашу и нашу жизнь на 5 лет. Вот такая новость. Серьезно? Да, просто новость, да, примите. Вера Каретникова, Евгений Перлин готовы вас разбудить вместе с Димой Савиным. Дима, доброе утро. Здравствуйте. Расскажи, чем ты на сегодня побалуешь? Вот мне хочется прямо это слово употребить сегодняшним утром. Сейчас я все вам расскажу. Моя любимая фраза уже, наверное. И наша. И наша тоже. Здравствуйте, дорогие телезрители. Сегодня мы не будем делать серьезных таких тяжелых упражнений. Мы разомнемся, потянемся и приведем в чувство себя перед тяжелым рабочим днем. Может, у кого-то сегодня выходной, тогда вам повезло, вы можете поспать. Вот, начнем небольшую разминку. Сверху вниз пойдем, как нас учили в школе. То есть начнем с головы, начнем вращение. В одну сторону. И во вторую сторону. Ты так аккуратно, медленно это делаешь, закрываешь глаза, что ты меня гипнотизируешь. Сейчас... Не, на самом деле, насколько я знаю, вот это упражнение шеи как раз нужно и делать умеренно, правда? Да, да. Утром все делаем умеренно. Никуда не тянемся, не торопимся. То есть все очень аккуратно и без рывков. То же самое вперед, назад, в сторону, в сторону. Размяли шею, переходим ниже на плечи. Делаем вращение рук вперед. Допустим, 4, 4 назад. 4 вперед, 4 назад. То есть сейчас я показываю быстро, дома на самом деле мы не торопимся, делаем спокойно, умеренно. Смотрим, на какой высоте люстра висит, тоже очень важно. Да, смотрим на квартиру свою со всех сторон. Да. Дальше тянем ручки тоже к себе, руку выпрямляем и тянем ее к себе, прямую руку прижимаем. В одну сторону. Здесь тоже без рывков, правда? Да, это нужно так довольно медленно. Да, все у нас сейчас очень умеренно, все очень медленно в одну сторону. Поднимаем руку вверх, сгибаем сзади в локте и тянем на локоть, нажимаем, тянем ее назад. Одну руку и то же самое вторую руку. Вот. Дальше переходим ниже. У нас запястье. Запястье, потянули запястье. Вот это даже я сделала. Отлично. Да, мне нравится упражнение. Да, мы не застреваем на одном упражнении. Приглашаю Женю в следующий раз работать в паре. Я думаю, что у вас прекрасно получится провести утреннюю зарядку. На четвереньках. Дальше переходим на низ, делаем вращение в стороны. В одну сторону. Во вторую сторону. Слушай, скажи мне, вот, пожалуйста, вот недостаточно ли, я вот, например, знаю, что многие говорят о том, что можно одну точку какую-то единственную нажать вот на шее, да, или где-то вот прям на лбу. И вот так, Дима, давай Вере не рассказывай. И волшебным образом проснуться. Серьезно? Можно, но сегодня у нас много точек, которые надо успеть показать. Ах, вот оно как. Делаем наклончики вперед, ноги вместе ставим и вперед. Аккуратно, аккуратно и тянемся. Не рывками, а просто наклоняемся медленно. То есть в школе на учили неправильно, как можно сильнее нажать. Да, можно себя травмировать тем или самым. Чтобы поэтому кто-то еще спокойно сзади наклоняться, нажал. И оно пустит, расслабится, и оно само пустит. Дим, а такой вот вопрос, пока ты делаешь это упражнение, да. Есть ли разница, вот когда ставят ноги близко друг к другу, и на ширине плеч, я знаю, тоже иногда выполняют. Естественно, я к чему сейчас и веду, что мы сейчас сделали ноги прямо, расставляем их на ширине плеч. Это другие мышцы уже работают? Да, немножко тянется уже другая область. Чуть в одну сторону, будьте в здоровы. Центр, в другую. И еще шире ставим ноги. То есть у нас три положения. И здесь сторону. Другие мышцы уже работают. Да, да, да. В центр и в другую сторону. Вот честно, я себе представляю, что сейчас наши телезрители перед экранами вот стоят вот перед телевизором, и как вот Дима повторяют каждый движение. Вот я почему-то в это верю. Ребята, не подведите Веру, пожалуйста. Выполняйте все упражнения. Так. Да, вы запоминаете, если вдруг не успеете, сможете потом сделать. Вот ниже переходим носочки, голеностопы вращаем в одну сторону, одну и вторую сторону. И еще отличное упражнение, чтобы потянуть наши ноги, вот у тебя паховые мышцы. Становимся в выпад, большой выпад, большой. И ложимся как бы на коленку, руку ставим вниз. И аккуратненько продавливаем себя вниз. Тянем, вот, тянется вниз, задняя поверхность бедра. И очень хорошо оно вот растягивается. Особенно если у кого активный день предстоит, размяться очень. Скажи, отлично. Сколько времени должна занимать утренняя зарядка? Ну, так, вопрос от наших режиссеров. Сразу. Да. Хватит не 5 минут. Не 3 минуты, как в эфире, конечно, но минут 10-15 потратьте, и вы не То есть несколько подходов, эти упражнения можно повторять. Да. Спасибо Дима, большое. Спасибо тебе огромное. Дмитрий Савин провел сегодня классическую разминку, которая очень полезная. Спасибо за компанию и за такой заряд энергии.